Здравствуйте, уважаемые друзья! Вот я на своем участке и хочу вам показать, что у нас сейчас происходит. Давайте переключимся на участок и посмотрим. Вот смотрите, уважаемые друзья, сегодня у нас снег идет, первый снег в октябре, 9 октября первый снег. Вот смотрите, он уже идет, и вот смотрите, на теплице явно заметно эти снежинки, эти которые остановились на крыше у теплицы. Вот, прямо видно, уважаемые друзья. И вот смотрите, уже на листочках, вот, видите, белый, белый снег, белые снежинки. Здесь тоже на груше белые снежинки. Все, уважаемые друзья, приближается зима. Там у нас, кстати, смотрите, малина вовсю дает плоды. Видите, красенькие на листьях малины снежинки, снег, видите? И смотрите, ягодки, ягодки красные. Вот какой парадокс, вот какая, смотрите, несогласованность. Когда бы раньше малина давала плоды в мороз. Вот смотрите, она дает плоды в мороз, потому что много-много-много, видите, завязи. Завязи готовы расти краснеть, но не хватает им тепла. Но они все равно... Такой двигатель внутри малины, что надо дать плоды, и она все равно вот как бы краснеют ягоды и дает плоды. Но погода диктует свои условия. На листьях у нас прямо видно снег. Видите, вот осел снег. Конечно, часть малины пожелтела, а часть, более сильная часть с хорошими корневой системой, она осталась. Не зря Надежда Валентиновна ее лелеяла. И вот такая груша у нас. И здесь теплица. Вот, уважаемые друзья, вот такая погода. Сейчас 9 октября в данный момент. Тут цветы еще стоят, радуют нас своим цветом. Но скоро это все, возможно, завянет. Это последние отголоски красоты. И снег уже... ложится. Вот мелисса, смотрите, мелисса вся в снегу, вот. Но не то, что там она покровом в снегу, она просто, пока вот первый снег, естественно, снежинки, это налетает на нее. И вот здесь остаются роза, роза, видите, на листочках тоже снежинки. Так, на яблоне, вот яблоня стоит, на яблоне, смотрите, тоже снежинки. И все это покрывается снег. Снег не останавливается. Идет, идет. И что нам с этим делать? Только не включишь же хорошую погоду, не включишь же отопитель, не обогреешь же весь огород и всю Россию и всю планету. Смотрите, это у нас нектарин. Вот. И на нем тоже снежинки. Вот как бы не померз, как не жалко нектарин, он так у нас хорошо рос. Смотрите, вырос у нас на высоту фактически где-то 80 сантиметров. Вот. Но дальше посмотрим. Здесь у нас смородина. И вот на смородине тоже на листочках, видите, тут вот снег, прямо видно его на листках. И здесь он уже начался, снег, где-то час назад. И вот за этот час он уже обсыпал, видите, красная смородина, еще зеленая стоит, даже не облетела, даже не хочет она, нисколько не хочет, уважаемые друзья, превращаться в желтые листья, но заставляет ее погода, чтобы они пожелтели. Или так она и уйдет в спячку, пока так и зеленый. Вот смотрите, жималась, жималась, она резко сбросила листву. Смотрите, стоят, вот, ветки жимолости. Они стоят, они уже подготовились к зиме. Видимо, у этого растения генетический такой код, что она сбрасывает рано листву, и потом почему напитывается влагой, готовится на зиму, это тоже куст жимолости. И потом в следующий год рано дает плоды. Вот я разворачиваюсь, и смотрите, уважаемые друзья, вот у нас...
Вот, уважаемые друзья, смотрите, пока я тут ходил, отдавал колеса, и вот смотрите, видите, все замело снегом. И теплица уже плотный снег, не тот редкий снег, который был. И смотрите, все наши астры в снегу, снежные такие стали эти астры. Яблоня в снегу, дальше смородина в снегу, все в снегу, уважаемые друзья. Стволы вишни в снегу. Видите, вот куда я иду, вот сейчас вот видите, на всем участке нашем кругом снег. Все листья вот у смородины тоже в снегу. Видите, вот плотный слой уже снега на листьях. И теплица, видите, вся вершина теплицы уже в снегу. Тут более-менее как бы вертикально, а тут тем более как бы падает снег. Вот видите, сколько уже нападало вот именно в этом, как раз вот в этом месте. Видите, по всему периметру теплицы. Там еще лук зеленый стоит. И цветы астры цветут. Вот груша. Груша у нас в снегу. И смотрите, малина. Яркие ягоды малины. Красненькой. Все уже, уже тоже, вся малина, вот только что вам показывал, были только маленький такой пушок поверхностный. Теперь полностью ягоды все в снегу. Вот, так что вот такая вот у нас сейчас снежная ситуация. Вот, полностью, вот сегодня 9 октября, 9 октября в городе Тюмени пошел первый снег. Ну, конечно, для меня это радости никакой не вызывает, уважаемые друзья. Я не люблю эту всю зимнюю такую погоду, потому что она вызывает ностальгические такие воспоминания. Вот, и холодно, и зябко, и топить надо все. Мне больше нравится лето. Лето, осень, но без снега. Вот это вот мне нравится. Вот смотрите, вот здесь вот остался корень от петушка, который, вот он. Значит, мы не столько его спилили, а не стали его полностью вырубать. Посмотрим, может быть, по весне корень сохранится. Если, то, может быть, пойдут новые цветы. А вот роза. Она роза вся в снегу. Мелисса вся в снегу. Дальше нектарин тоже уже в снегу. И там вот Надин, вот чебушник стоит, который цветет очень красиво белыми цветами. Он сейчас зацвел, уважаемые друзья, только зацвел он снегом. Белым-белым-белым пушистым снегом. Ну, в общем, вот такая вот у нас обстановочка. Вот падает снег. Дальше зайдем и посмотрим в тепличке, что у нас делается. Вот она, наша тепличка. Открываем ее, быстренько заходим. Вот. Ну, что у нас в тепличке? Конечно, плюсовая температура относительно улицы. Огурчики у нас продолжают. Вот все-таки теплица выручает. Вот огурчики. Дальше здесь у Нади огурчики так и остались. Вот. И дальше проходим, смотрим. Цветет у нас ипомея вовсю. Вот видите, цветы. Она как бы раз защищена, здесь снега нет, и плюс еще поддерживается плюсовая температура, она продолжает цвести. Вот у нас огурчик тут такой, видите, вчера вот еще срывал я огурчик, и здесь он огурчик, видите, какой растет, такой хороший, крупненький огурчик. Вот. Дальше. И по мне, кстати, в октябре месяце стала сильно расцветать теплица. Вот смотрите, сколько цветов у нее. Прямо буквально весь куст усыпан цветами. Вот. Здесь у нее, видите, продолжает. У Нади она с улицы принесла еще неделю назад цветы. Там у нее в горшке были. Это я не помню, как называется цветок. Вот. А вот этот петушок, так называемый, вот с этими штучками, продолжает расти. Вот, и там даже розочка, которая там, она вот в землю у нее посажена, она тоже продолжает расти и расцветать. Там у нее эти такие фиолетовые еще астры. И вот огурчики, видите, здесь огурчики, вот огурцов сколько. Это все в нашей теплице. Вот смотрим, там буквально за теплицей у нас снег, а здесь еще отделяет нас буквально пространство вот этот вот поликарбонат, а внутри теплицы плюсовая температура, и он огурец вовсю цветет. Видите как? Какой контраст. Там снег, а здесь цветение огурца. Так что вот такие у нас контрасты в городе
в городе Тюмени. Ну и огурчики, конечно, пока дают, пока не замерзнут полностью окончательно, они плоды будут давать. А потом мы все это, конечно, будем убирать, уважаемые друзья. Вот огурец, видите, вот он высовывается, вот такой он уже. Не как зеленый, а просто уже такой беловатый. Видимо, не хватает ему этих солнечных лучей для того, чтобы превратиться в зеленый. Вот я вам показал, значит, и контраст, и теплицу, и в то же время показал, на улице у нас творится снег. Снег идет, все завалило. Пока я, как говорится, там возился, эту колеса таскал, эти шипованные, значит, чтобы переодеть, значит, колеса. И вот тут уже навалило столько снега. Закрываем мы теплицу, выходим, уважаемые друзья. Вот такая у нас погода. Первый снег в городе Тюмени, 9 октября. Это у нас дровишки. Вот, откуда дровишки? Из леса Вестима. Вот, некрасовские слова. Так, здесь у нас все осталось, как и прежде. И вот покажу вам на снегу, значит, эти астры. Вот такие снежные, красивые астры, уважаемые друзья, посмотрите. Вот. Вот они, в снегу у нас снежные астры. И дальше хочу вам все-таки показать окончание осени, окончание, переход на зиму, октябрь месяц. И вот смотрите, снег и малина. Вот она, малинка, снег и малинка. Вот, вот такой контраст, уважаемые друзья. Ну, на этой не очень позитивной ноте я заканчиваю свой обзор. Вот, уважаемые друзья, заканчиваю свой обзор своего участка. Желаю всем здоровья, хорошего настроения, добра. И, естественно, приходите на мой канал вновь, когда выйдет новое мое видео. До свидания, уважаемые друзья!